7 ноября 1943 года родился герой Советского Союза, губернатор Московской области Борис Громов. Будучи мастером спорта по гандболу и активным болельщиком, Борис Всеволодович уделяет большое внимание развитию спорта. За 8 лет в области реконструировано более 700 спортивных объектов, построены 30 плавательных бассейнов и 41 дворец спорта. Среди них арена Мытищи, которая принимала чемпионат мира по хоккею, спорткомплекс «Олимпийский» в Чехове и конькобежный центр «Коломна».